Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей криптомонет у меня букс Hunter Killer. Вот так вот он называется. Хоть тут показано много криптомонет, вывод здесь только в биткоин сатошах. Здесь у нас идет статистика. Участников, как видим, очень много. Более 24 тысяч человек. Значит, ну и вывод здесь только на Faucet Pay. Вот. И регистрация здесь на и простейшая. Кликайте зарегистрироваться. Здесь что пишете? Email, username, пароль, повтор пароля. Капча вот такая здесь. Она только одна. Ага, можно вот такую поставить сюда. Разгадываем капчу. Рекомендую вот эту поставить, потому что там такая недолгая капча. Кликаем зарегистрироваться. Попадаем в кабинет. Значит, я проверила этот букс на вывод. У меня баланс по нулям. Также можно собирать ежедневный бонус у нас здесь. Кликаем. Бонус сейчас соберем. И что? Да. И мне дали 50 коинов. Здесь стало вот у меня на балансе 50 монет вот этих коинов. Окей. Так, далее что, друзья? Заработок здесь у нас что? На коротких ссылках. Я их пропускаю. Кому нравится, ну, кто умеет, вернее, да, любит здесь зарабатывать на этих коротких ссылках, пожалуйста, я их терпеть не могу. Я здесь на ПТСах, здесь две рекламы, и в основном я набила минималку за вечер на кране, плюс еще вот здесь рулетка. Сейчас я вам все это покажу. Значит, на рекламке ПТС. Здесь всего три рекламы даже. Вот было две рекламы. По 10 секунд. Давайте 5 секунд. По 20 коинов. Здесь по 30. Так, кликаем. Ждем, как всегда. Таймер идет у нас. Все как в обычном буксе. Разгадали капчу на зеленую вкладочку. Кликаем. Возвращаемся. Все, 30 монет не засчиталось. Далее что? Вот здесь ПТС также, короткие ссылки, задачи. Там нет ничего вроде как. Далее что? Кран у нас. На кране. Сбор каждые 5 минут. Даются 100 клеймов и каждый сбор 50 монет. Вот на этом кране я и как бы набрала себе минималку. Также разгадываем капчу. Здесь на этом кране как бы скрытых реклам нет. Так, 1, 10, 7 и на синюю вкладочку. Кликаем. Все, зачет. 50 монет также засчиталось. И пошел вот отсчет таймера. И вот здесь есть как бы рулетка такая. А вот на рулетке, да, здесь я сколько, один или два раза, по-моему, делала сбор на рулетке. На это нет, не здесь. А где я? Подождите, сейчас вернусь. Домашнюю страничку. Вот рулетка она. И вот на этой рулетке я сколько, один или два раза. Здесь уже как бы есть рекламка такая. Знаете, как вот на кранах мы собираем, когда и нас перебрасывает. Вот, видим, да? Я возвращаюсь.
рукав, еще здесь как бы случайным образом выпадают монетки. Можно также здесь. Разгадываем капчу и антибот. Так, 4, 9, 4, 9, 3 и кликаем спин. И также вот случайным образом сейчас мне выпадет монетки. Вот 0,5 монет мне выпало. Все, токена вот этого. Окей. Может 50, как бы, да. От 0,5, да, идет. Тоже 5 минут. Страничка обновилась до 50 монет. Так, что еще? Кран. Это заработок. Здесь больше аффирвал. Здесь я ничего не делаю. Вкладочка рефералы. Рефералы. Находится наш партнерская ссылочка. Я без рефералов, как видим, набрала минималку на 1, 2, 3. Так, что еще? Вывод. Как я уже сказала, вывод здесь только в биткоин сатошах на Faucet Pay. И минималка здесь вот на вывод у нас 1000 монет. А так как я сделала уже вывод, и как видим, адрес у меня биткоин, адрес Faucet Pay, он сразу при первом выводе, естественно, я вводила адрес, он у меня сохранился. Ну, когда минималка, да, вот есть, и я разгадала капчу, кликнула вывод. Так, теперь что? Здесь дашборд, настройку, там нет ничего, только пароль поменять. История. Значит, что у нас? Вывод. И я вот выводила 1440 коинов. Вот, один день назад, 42 минуты на... Да. Как бы... На Faucet Pay. Идем на Faucet Pay. Сейчас я вам покажу вывод. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Я сделала вывод. Он у меня был как бы в обработке. А потом уже как бы я уже зашла в кабинет. Посмотрела историю. Смотрю, у меня вот зелененьким горит, да, то, что монеты у меня прибыли. Вот Hunter Killer. Вот этот. Это у меня вышло 25 биткоин сатош. 27 февраля. Да, и еще по выводу, друзья, что я хочу сказать. Чуть не забыла. Значит, смотрите. Опускаемся ниже. Значит, вот здесь у них я перевела на русский. И то, что они тут написали, что при первом выводе средств, вот это вот, видим внизу над выводом, написано, нужно типа присоединиться к их группе. Вот. Я кликнула, меня перебросило на Telegram. Я туда зашла, типа, а потом уже сделала вывод. Ума от греха подальше. Не знаю, если не присоединиться, заплатить, не заплатить. Но, тем не менее, я как бы... присоединилась, потом уже сделала вывод. Ну вот как-то так. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи.